Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем ролике покажу, что мы вчера с Лешиком наваяли. Ну, в основном, конечно же, работал он. Это был снос двух стен. Ну, двух перегородок, скажем так, сложно назвать это стенами, но они выполняли, конечно же, роль стены. Покажу, как расширился наш дом, какие планы, и дальше покажу, что я получила из своего любимого интернет-магазина New Chic. Сейчас я в основном, конечно же, заказываю товары для дома, но какие товары в этот раз пришли? Я думаю, что вы будете в восторге. Это просто что-то. Душа поет, душа радуется, хотя на улице идет дождь. Я успела сделать земляные работы. Я просто благодарю Боженьку, что он просто вот пик-пик, все сошлось. Если бы на день позже, немножечко не докопала бы. Сегодня очень сильный был дождь. Ночью я смотрела на свой теперь уже любимый фонарь. Дул ветер, в общем, лужи, земля промокла, и сегодня я бы уже ничего бы не могла делать. Сейчас покажу вам, что творится за окошком, потом покажу дом, и дальше пойдет распаковочка. Кому нравятся такие видео, пожалуйста, оставайтесь. Тем более, впереди у нас 11.11, а это значит очень большие скидки. И все это вы найдете под этим видео в инфобоксе «Как сэкономить ваши деньги. Грандиозная распродажа в New Chic». Ну и вот на таком фоне, который вы сейчас видите, за окном не очень хорошо, лучше наблюдать такую погоду в доме, а не вовне дома. И посмотрите, какое чудо я получила в этот раз. К новоселью. Теперь все товары от New Chic идут к новоселью, но сегодня еще будет одна пара обуви, тоже очень классная. Итак, начну, пожалуй, я с самого классного товара, который ну просто зашел мне. Сейчас вы видите, это товар 2 в 1. Я бы сказала, даже 3 в 1, если сюда добавить еще ароматерапию и релакс. Итак, вот такой увлажнитель воздуха. Вообще он называется увлажнитель воздуха. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас вы видите его в работе, но он еще имеет роль светильника. Причем светильник, который меняет цвета. Пока я делала рассказ, пока я рассказывала, вернее, вам об этом увлажнителе, вы сами видите, как постепенно меняются цвета, разные, абсолютно разные, и красный, и розовый вот сейчас. Даже камера не передает всего спектра тех цветов, которые видит глаз, и все это в одном вот этом увлажнителе воздуха. Вот даже сейчас вы видите, как идет увлажнение. Если я потом, конечно, все разберу, покажу, как он работает. Если добавить в воду несколько капель арома масла, это получится, что у вас ароматерапия. Сейчас в этом увлажнителе пару капель гвоздикового масла. Масло гвоздики. Сейчас я, если дотяну, вам покажу. Купила я это масло по рекомендации. Сейчас расскажу. На ютубе, ну, вообще не на ютубе, а есть такая Светлана Драган. Это астролог. И я часто ее смотрю. И вот в одном из ее рассказов, когда началась эта новомодная болезнь, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот такое масло гвоздики. Я это еще заказывала в Москве. Очень хорошо, ну, я не знаю, может быть, это профилактика, а может быть, действительно помогает от новомодной болезни. Сейчас в этом увлажнителе вот это масло гвоздики, несколько, 2 или 3 капельки вот я капнула. Вот такая вот фирма.
И мы сидим вот сейчас с Анютой и просто балдеем, если честно. Значит, в этом увлажнителе можно отключить светильник. Вот, я выключила. Вот так вот он выглядит. Вот такой шар. Внутри шара там сухоцветы, причем они бывают разных цветов. Вот я выбрала зеленый. Там, по-моему, есть и розовые, и фиолетовые. Ну, в зависимости от цвета вот этих сухих цветочков. И вторая кнопочка, вот их здесь всего две, вот Light и, что здесь написано, Mist. Mist — это вот как раз увлажнение воздуха. Можете просто увлажнение воздуха оставить, как увлажнение, не добавляя масла. Но если любите ароматерапию, то, пожалуйста, включаем, и все работает. Ну и еще вот светильник. Вот такая красота. Я вообще просто в восторге. По-моему, 2-300 что ли стоит эта вещь. Я считаю, что это недорого. Когда будет сделан ремонт в нашем доме, тогда вообще все будет красиво. Вот посмотрите, как идет дождик за окошком. Прям вот в окна, наверное. Сейчас скажу, ну, северо-восточный ветер, я так думаю. В общем, так это уныло за окошком, а у нас, можно сказать, вот такая красота. Это был первый товар, который, ну, я просто очень вам рекомендую. Итак, прибор работает от 220 вольт. Вот такая здесь вилочка. И сейчас покажу, вот этот шар откручивается, и там есть резервуар, куда мы наливаем водичку и по желанию капаем какое-то ароматическое масло. Вот, в принципе, и все. Ну и здесь вот внутри вот этого, шар пластмассовый, это не стекло, вот отсюда выходит вот этот ароматный воздух. Потом просто закручиваем, включаем. Сейчас что-то я не попала в это. Вот, все. Закручиваем, включаем розеточку и кайфуем. Вот, закрутила я. Как-нибудь покажу, как это смотрится вечером. Но, в принципе, сегодня такой вот пасмурный день. И я думаю, что уже достаточно, ну, того, чтобы показать, как это красиво выглядит вечером. Ну, а теперь давайте покажу, как уже изменился интерьер нашего дома. Вот здесь вот была стена. Алешек вчера эту стену снес. Здесь была перегородка. Просто каркас, гипсокартон, и между гипсокартоном была минвата. Если получится у меня вставить немножечко видео, как Лешек это все делал, я там немножечко засняла. Друзья, вы спрашивали, что здесь несущая стена. Здесь просто перегородка из гипсокартона, причем самого тонкого. Здесь еще был утеплитель. Я забыла, как он называется. Минеральная вата. Вот, минвата. Все это я уже унесла. В сарай собрали. И это все перчатками. Базальтовая минеральная вата. Да, базальтовая. Вот. Это просто перегородка. Несущая стена в этом доме только вот та. Там бревна. Вот. Вот эта стена несущая. Вот она самая толстая здесь. Сейчас покажу. Это вот как раз здесь бревно. То есть изначально дом был вход вот здесь. Это все там пристройка. Вот где белое вверху, это был вход в дом. И вот была одна стена. И все. Никаких стен вот здесь не было. В углу здесь, или в углу, или даже по центру где-то стояла печь. Печка русская. Вот здесь вот.
как раз. Вот здесь, где, да? Перегородка, и вот сюда вниз, в палате были. Вот сюда. Вот куда уклон пола идет. Да, вот здесь ужасный уклон пола. Вот здесь стояла печь. Я думаю, что она была русская, как раньше вот делали в домах. Большая. Да, большая. Обогревала весь дом. Так что вот вторая стена Лешиком удалена. Ничего не удалена. Ну, практически. Сейчас вот снимем этот гипсокартон. Один лист и все. Он нам пригодится, чтобы закрыть вот эту дверь, чтобы здесь была отдельная комната без, ну, с одной дверью. Вот приблизительно так. Смотрите, я сейчас отойду подальше, и вы видите, как одна комната плавно перетекает в другую комнату. Вот здесь вот будет зона отдыха. Я планирую купить угловой диван. Вот. И вот здесь, вот там возле окна, будет мой рабочий кабинет. Может быть, какой-то шкаф для пряжи. Я поставлю, вязать мы с вами, конечно же, будем. Но вы посмотрите, как изменилось, вот вообще изменилось пространство. Конечно, не обращайте внимания на все вот это. Просто включите фантазию, когда все соберется, когда купится новая мебель. И, конечно же, все будет выглядеть по-другому. Я планирую здесь натяжные потолки. Вот это все мы будем убирать. Вот эти реечки, и будем заказывать натяжные потолки. Вот там возле стены пока я не знаю, что будет, скорее всего, мини-стенка, может быть, со светящимися шкафами, чтобы было воздушно и красиво. Ну и вот вход в спальню. Вот так вот это будет выглядеть. Ну, просто конем ходи, что называется. Сразу стало очень много места. Сейчас я выхожу из спальни. И вот здесь тоже была еще одна стена. Вот здесь вот она стыковалась на потолке. Вот здесь вот был низ стены. Тоже это все лишнее, я считаю. Вот так вот. Здесь будет стоять большой шкаф, стены уже нет. Вот так вот это выглядит из прихожки. Все здесь будет просто шикардос. Дождитесь, я знаю, что вы все это ждете. Здесь будут декоративные камушки под либо гипсовые, либо кварцевые. Еще пока не решила. И вот здесь у меня будет спальня. Давайте еще раз. Вот эта дверь будет, ее здесь не будет, будет стена. А вот здесь еще одна зона отдыха, переходящая в рабочий кабинет. Там будет компьютерный стол. Ну а теперь, друзья, давайте вернемся к приятным покупкам. Вот такая скатерть пришла мне. Сейчас вот распакую, покажу вам, как она выглядит. Вы уже поняли, что к чему. То есть у меня вот такое покрывало в стиле города Париж. И такую же заказала я
скатерть. Здесь тоже эйфелевая башня. Очень приятный материал. Когда будет новая кухня, я думаю, что она очень хорошо впишется в наш интерьер. Сейчас я ее разверну и покажу вам, как она смотрится в развернутом виде. Естественно, на стол я пока вам ее не положу. Когда все будет красиво, то это будет смотреться все по-другому. И, к сожалению, не пришли к этой скатерти похожие сидушки. Тоже вот в этой тематике с эйфелевыми башнями. Но когда придут, я вам, конечно же, покажу. Очень нравится мне материал, похожий на лен. Вот. Так что сейчас разложу, посмотрите в развернутом виде. Итак, посмотрите, какая красота. Мне кажется, эта скатерть с легкостью может выполнять такое мини-покрывало. Обычно такие вещи используются в отелях. То есть не на все, не на всю кровать, а на какую-то ее часть. То есть вот там, где лежит сейчас Пуся, можно положить красивые подушки, красивое белье и какую-то часть закрыть вот таким покрывалом. Пожалуй, можно даже использовать и как покрывало. То есть вот такая красивая скатерка. Есть разные размеры. Ссылки, конечно же, я поставляю. Но мне очень-очень нравится. Хорошее качество, интересный принт. Так что, друзья, рекомендую. Еще одна незаменимая вещь, которую я очень давно о ней мечтала. Это вот такой непромокаемый чехол на матрас. Матрасу уже много лет. Естественно, он не очень презентабельного вида. И я решила это исправить, не покупая новый матрас, а заказав вот такой непромокаемый чехол на старый матрас. Матрас у меня от магазина IKEA. Мне очень нравятся эти матрасы. Спина отдыхает, он не дешевый. И сейчас я одену вот этот чехол на матрас и покажу, как это будет выглядеть. То есть здесь, значит, очень тоненькая ткань, которая идет под матрас. А вот эта ткань, это как раз вот эта непромокайка, которая одевается на матрас. Это можно снять, постирать. Это очень-очень удобно. Итак, давайте оденем. Друзья, это просто бомба. Посмотрите, как это нравится нашим котам. Это просто прелесть. Если вы купили новый матрас и хотите, чтобы он всегда был у вас новым, закажите эту вещь вот просто сейчас. По-моему, 1500 рублей стоит вот эта штука по размеру. У нас матрас 160 на 2, по-моему, так. Вот. Там резинка. Ну, не смотрите на это основание. Это основание временно, старый диван. В общем, наш матрас просто стал новым. Никаких пятен, никаких грязных точек. В общем, красота красивая. И эта вещь не промокайка. Она еще и вот сверху немножко как махра, что ли. Я не знаю, как это назвать. Но, в общем, я в восторге. Ньюшик, от всей души благодарю. Монечка, тебе нравится? Кисечка наша, тебе нравится? Ты песенку уже нам поешь. Ой, видите, к нему только дотронься. И он уже это песенку поет. Да, интересно, ты позируешь. Ты артистом у нас будешь. Ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой красавец. Ой, ты мой игрунтик. Ну и последний товар, который пришел в этой посылочке, это вот такие ботиночки, замшевые ботиночки. Конечно, замша здесь не настоящая, искусственная, но хороши в объеме, не мешает косточке.
Единственное, заказывайте на 2 размера больше. На 2 размера. Чуть-чуть они мне жмут. И Анечке тоже. Мы, конечно, сейчас их померяем. Мы носим 40 размер. Этот размер 41. Вот, 41 размер. Но они маломерки. То есть на 40 размер нужно заказывать 42. И тогда будет все в порядке. Возможно, когда-нибудь мы эти ботиночки разыграем на канале. Кому-то они достанутся. Ну, очень понравились дочери, и мне понравились, удобные. Но, увы, немножко не подошел размер. Так что у кого есть, у кого размер ноги 41, дождитесь розыгрыша. Возможно, 39. Разыграем. Нет, 40. А, ну и да, 39. Правильно, Анечка. Аня подсказывает, у кого размер ноги 39, они вам будут хороши. Вот чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть. А так вообще удобные, легкие, хорошая подошва, модная сейчас. В общем, сейчас покажу на ноге. Итак, друзья, еле-еле нашли белую полочку, чтобы показать, как это смотрится на ножке. Просто замечательно. Мы очень жалеем, что они нам не достались, поскольку малы. Но очень удобная, Анечка, удобная колодка, да? Очень, как в тапочках, только размер маленький. Да, вот только не угадали с размером. А вообще ботиночки просто шикарные. Так что вот эта полочка нам пригодилась, чтобы вам продемонстрировать, как это смотрится на ноге. Хорошие ботиночки. Там есть разные цвета. Не забывайте про инфобокс и экономьте ваши деньги. Если закажете товар 11 ноября, будет просто бомбическая скидка. Помните и экономьте ваши финансы. Ну вот, друзья, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Это видео распаковка, это немножко о наших делах, так скажем, житейских, о нашем ремонте. Я от всей души благодарю интернет-магазин New Chic за предоставленные товары. Понравилось буквально все. Единственное, если бы эти ботиночки не маломерили, мы бы просто были на седьмом небе. Но все равно все очень хорошего качества. На этом я с вами прощаюсь. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.